Здравствуйте, ребята! Я рада приветствовать вас на нашем занятии. А что делают ученики, когда прозвенит звонок? Конечно, они встают красиво около своих парт. Голова смотрит вперед, ручки опущены вдоль тела. Стоим прямо и ровно. Ну-ка, давайте я на вас посмотрю. Отлично, очень красиво. Молодцы, садитесь. Ребята, нам пришло новое письмо. Давайте его прочитаем. Здравствуйте, ребята. Мы с девочками сделали хэллоуинское пугало. Но сегодня утром увидели, что оно вовсе не хэллоуинское. Голова у него из лука. А мы знаем, что на этот праздник пугало украшают тыквой, а не луком. Ребята, исправьте это недоразумение. Для этого будьте внимательны и выполните все задания. Желаю удачи, Аленка. Ребята, посмотрите на наше пугало. У него голова из лука вместо тыквы. Вы все, наверное, слышали про этот праздник Хэллоуин. На этот праздник принято украшать комнаты, дома с какими-то страшилками. И, как правило, используют для украшений тыкву. Вот и пугало должно было быть с головой именно тыквы. А у нас оно с луковой головой. Даже само пугало зарыдало. Ребята, давайте выполним все задания и поможем нашему пугало вернуть его голову, настоящую, хэллоуинскую, из тыквы. Готовы? Тогда начинаем. А начнем мы с вами с гимнастики для нашего мозга. Сегодня мы научимся выполнять упражнение, которое называется 2-5. Нам понадобятся обе руки. Мы с вами вытягиваем их вперед вот так. Делайте, как я. На одной руке мы с вами покажем 2 пальчика. На другой руке 5. Теперь мы хлопнем в ладоши и поменяем наши пальчики. На руке, где было 5 пальчиков, их станет 2. А на руке, где было 2 пальчика, их станет 5. Готовы? Давайте выполним вместе. И пока медленно. Итак. Отлично. Я знаю, пока выполнять это задание очень тяжело. Но когда закончится занятие, вы обязательно подойдите к зеркалу и медленно-медленно повторите его. Выполните его правильно. Когда вы его повторите несколько раз, вот увидите, оно будет получаться быстрее и очень хорошо. Договорились? Ну, а мы с вами продолжаем. Ребята, напомните мне, на прошлом занятии мы изучили новую букву. Кто скажет, что это за буква? Конечно, эта буква называется Ха. Так, а какие звуки обозначает эта буква? Ну-ка, слушай. Конечно, она обозначает твердый звук Х и мягкий звук Х. Хорошо. А какая она еще может быть? Звонкая или глухая? Вспомните, как мы с вами определяли? Конечно, мы зажимали ушки ладошками и слушали, как звучит этот звук. Послушайте и вы. Верно. Наш звук звучит глухо, как будто мы оглохли. Поэтому и название у этого звука такое. Глухой звук. Верно. Ну-ка, напомните мне. Буква Х обозначает эти звуки. Эти звуки гласные или согласные? Верно. Они согласные. А почему? Правильно. Мы их не можем пропеть. Мы их не можем протянуть, да, как гласные звуки. Хорошо, давайте определим, в каких домиках на ленте букв будет жить буковка Х.
Сейчас я увеличу, выведу вам на экран вот эту ленту букв, и мы с вами вместе найдем домик для нашей буквы. Итак, наша буковка будет жить в красных домиках или в сине-зеленых? Конечно, в сине-зеленых. А какие комнатки выберет? Синие? Зеленые? А может быть двойные? Сине-зеленые? Конечно, наша буковка Х будет жить в сине-зеленых домиках, потому что она у нас обозначает два звука – мягкий «х» и твердый «х». Но на каком этаже она займет сине-зеленую комнатку? На первом или на втором? Конечно, на первом, потому что наш звук «х» – он глухой. Молодцы, ребята! Как здорово, что вы сами умеете определять место наших букв на ленте. А сейчас переходим к новому заданию. Ой, но прежде чем мы его будем выполнять, обратите внимание, голова у нашего с вами пугала изменилась. Она уже не луковая. А что же это за голова такая? Ну-ка, из чего? Скажите-ка мне. Да, она похожа на репку. Верно, это репка. Но ведь репка – это не тыква, это не хэллоуинский овощ. Соответственно, продолжаем выполнять задание дальше. Но, обратите внимание, у нас в уголочке появилась первая красная звездочка. А это значит, что мы с вами на верном пути и правильно выполняем предложенные нам задания. Сейчас мы с вами посмотрим вот на этот рисунок. Здесь где-то спрятались буковки Х. Мы их сейчас с вами попробуем все найти. Я увеличу вам сейчас эту картинку, а вы внимательно рассмотрите рисунок. Потом мы с вами сверим, все ли буквы вы нашли. Итак, готовы? Вперед! Стоп! Время вышло. Давайте проверять. Буковка Х спряталась на воздушном змее, на крыльях самолета, на лямке воздушного змея, на бантике у девочки, на вертушке, на футболке у мальчика. А на кране сразу четыре буквы Х. В вазоне с цветком есть наша буква. И много буквок на заборе. Ребята, вы отлично справляетесь с заданиями. У нас снова голова у тыквы изменила свой внешний вид. Посмотрите, теперь это баклажан. Посмотрите, какой он довольный. Наша пугала уже чувствует изменения и чувствую, что совсем скоро своими заданиями мы поможем ему вернуть устрашающий хэллоуинский вид. А мы с вами продолжаем. Сейчас мы вспомним, как мы читаем слоги со звуком «х». Помните, я вам говорила, что мы должны их сливать плавненько, тянуть. Мы не можем с вами называть «х-а». И потом «ха». Иначе мы будем разговаривать как «р-о-б-а-т-ы».
Мы же так не разговариваем. Наша речь, она плавная, она тянется. Поэтому сейчас мы с вами будем слоги пропевать. Итак, сначала давайте вместе. Ха! Ха! Следующий слог. Хо! Хо! Ох! Ах! Ха! 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 Хо! 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 А-ха! О-хо! А-хо! О-ха! А вот и новое задание подоспело. Помните, мы говорили, что наш звук, он может находиться в слове в самом начале, первый, может находиться в конце, последний, а может находиться во всех остальных местах, между первым и последним. Мы говорим, что он находится в середине. Сейчас я вам буду выводить на экран картинки. В словах в этих есть наш звук «х». Вам нужно определить, где мы этот звук слышим, какой он по счету, первый, последний или в середине. Первое слово давайте разберем вместе. Итак, слово «черепаха». Давайте послушаем, где мы слышим звук «х». Он первый? Черепаха, черепаха, он последний? Нет, он и не последний. Значит, где мы его слышим? Конечно, мы его слышим в серединке. Переместим картинку как раз к нашей схеме. Следующее слово. Хлеб. Хлеб. Какой по счету? Где мы его слышим? Он первый, последний или в середине? Конечно, безошибочно определили. В слове «хлеб» звук «х» первый. Переместим его к нужной схеме. Продолжаем. Петух. Петух. Где слышим звук «х»? Конечно, он последний. Хомяк. Хомяк. Наш звук «х». Первый в слове. Молодцы, ребята. Продолжаем дальше. Лопух. Где мы слышим звук «х»? В начале, в середине или в конце? Конечно, в конце слова. Горох. Горох. Звук «х» также находится в конце слова. Холодильник. Холодильник. Наш звук «х» действительно первый. Муха. Где мы слышим звук «х»? Верно, в середине слова. Сухари. Сухари. В этом слове тоже звук «х» находится в середине. Ребята, вы молодцы! Вы так замечательно выполняете задание, что даже у нашего пугала снова сменилась голова. Посмотрите, сейчас она в виде капусты. Но разве это этим овощем на Хэллоуин украшают пугало? Нет. А значит, мы продолжаем с вами и дальше выполнять задание. Посмотрите на экран. Что это за предмет? Верно, это ухо. Давайте произнесем его. Ухо. Вспоминайте, мы с вами наши слова обозначаем прямой линией. Сейчас нам надо слово «ухо» разделить на слоги. Кто мне напомнит, как мы это делаем? Слушаю. Верно, мы представляем, словно сидим на стадионе. Перед нами бегут слова, а мы за них болеем. Хотим, чтобы они победили. Мы их поддерживаем. Мы скандируем их название. Проговариваем, прокрикиваем и сами хлопаем в ладоши. Давайте прокричим
слово «ухо» и поддержим нашего бегуна. Давайте вместе. Уха! Отлично! Сколько раз мы хлопнули в ладоши? Верно, два. Что мы произнесли, когда первый раз хлопнули? Еще разочек послушайте. У! Это и есть первый слог. У! На второй хлопок что мы прокричали? Ха! Конечно! Вот он наш второй слог. Ха! Давайте его увеличим через увеличительное стекло и посмотрим, как же он выглядит. Помните, мы с вами на первых занятиях говорили, что каждое слово мы можем представить в виде маленьких бусинок, которые нанизаны на ниточку. Это звуки. Давайте сейчас посмотрим только на слог «ха». Вот я сейчас увеличу эти два звука, а мы давайте подумаем, из каких же звуков этот слог состоит. Ха! Какие звуки отдельные мы выделим? Конечно, это первый звук. Х. А давайте вспомним. Он гласный или согласный? Конечно, согласный. А согласные мы каким цветом обозначаем? Да, если он мягкий, то зеленым. Если он твердый, то синим. В слоге «ха» мы его слышим как? Мягко или твердо? Конечно, твердо. Значит, мы его обозначим синим цветом. А второй звук в слоге «ха» какой? Верно. А-а-а. Мы его можем пропеть? Конечно. А значит, он гласный. Гласный у нас всегда каким цветом? Конечно, умнички. А всегда красный. Отлично. Вы замечательно справились с этим заданием. А теперь давайте снова посмотрим на экран. Ребята, обратите внимание, у нас появилась вторая красная звезда. Мы с вами уверенно идем к цели. А значит, мы скоро поможем нашему пугало вернуть голову в виде тыквы. Сейчас я вас познакомлю с элементом, который называется петелька. Давайте посмотрим, как же мы будем писать этот элемент. Итак, сначала мы найдем с вами пересечение верхней рабочей строки и наклонной линии. Вот это место. Из этого места мы сейчас с вами проведем прямую наклонную линию вниз. Вот она у нас идет. Обратите внимание, мы сначала провели ее прямой до нижней строчки и продлили немного вниз. Теперь нам надо закруглить эту линию. Мы ее аккуратненько влево закругляем, чтобы получалась петелька. Вот так. Теперь мы глазками ищем нижнюю рабочую строку и пересечение нашей линии. Вот это место. Именно через это пересечение мы сейчас будем проводить прямую линию. Вот так. Давайте повторим еще раз. Сначала мы найдем пересечение верхней рабочей строки и наклонной линии. Вот это место. Теперь проведем прямую наклонную линию длинную, закругление влево, глазками найдем место пересечения с нижней строкой и проведем прямую в сторону. Сейчас давайте пропишем этот элемент вместе с вами в воздухе. Возьмем ручку и вместе проведем прямую наклонную линию вниз, маленькое закругление влево и прямая в сторону. Еще разочек, вместе. Наклонная прямая линия вниз, закругление влево и прямая в сторону. Отлично. А сейчас возьмите свои тетрадочки в линеечку, возьмите ручки. Обратите внимание, мы с вами берем нашу ручку, соединяем три пальчика вместе, как будто мы с вами взяли соль. Вот так вот положили ручку и проткнули, как уколом. Остальные два пальчика подвернули, сложили. Именно так мы будем сейчас держать ручку. Аккуратно откройте тетрадочку.
И с самого начала новой строки давайте пропишем наши петельки. Ребята, старайтесь, чтобы они у вас были аккуратными, чтобы место пересечения нашей петельки и прямой линии было на нижней строке. Итак, начинаем. Ребята, пропишите дома еще две строчки таких петелек. Молодцы, ребята! У вас очень здорово получилось! Я видела, как вы старались выводить эти петельки. Устали, наверное? Сейчас положите свои тетрадочки на край стола, отложите туда же и ручки, встаньте вместе со мной около своих парт и давайте немножко с вами разомнемся. Повторяйте движение. Привет, ребята! Разомнемся вместе со мной. Стоя возле парты, руки на поясе. На счет раз правую руку вниз, левую вверх. На счет два переменить положение рук. Повторить 4 раза. Темп средний. Начали. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Расслабленно опустить руки вниз и потрясти кистями. Голову наклонить вперед. Молодцы! Следующее упражнение для наших глазок. Голова остается неподвижной. На счет раз посмотреть влево. На счет два посмотреть вправо. Три посмотреть вверх. Четыре посмотреть вниз. Повторить 8 раз. Раз, два, три, четыре. 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 Хорошо, продолжим. Руки поднять вверх. Раз, сжать кисти в кулак. Два, разжать кисти. Повторить 8 раз. Затем руки расслабленно опустить вниз, потрясти кистями. Темп средний. Раз, два. 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 И потрясти кистями. Голову наклонить вперед. А теперь так. Стоя, руки на поясе. Раз. Повернуть голову максимально далеко вправо. Вернуться в исходное положение. Два. Повернуть голову максимально далеко влево. Вернуться в исходное положение. Три. Вдох, пауза. Выдох, пауза. Повторить 4 раза. Темп средний. Раз, два. Вдох, пауза. Выдох, пауза. 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 И последнее упражнение. Стоя, руки вдоль туловища. Раз, правую руку на пояс. Два, левую руку на пояс. Три, правую руку на плечо. Четыре, левую руку на плечо. Пять, правую руку вверх. Шесть, левую руку вверх. Семь, восемь, хлопки руками над головой. Девять, опустить левую руку на плечо. 10. Правую руку на плечо. 11. Левую руку на пояс. 12. Правую руку на пояс. Повторить. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Молодцы! Мне понравилось с вами заниматься. А вам?
До встречи! Размялись? Отдохнули? Отлично! Значит, продолжаем выполнять задание. Но сначала посмотрите на экран. У нас с вами у пугала новая голова. Но, к сожалению, это не тыква. Помидор, или по-другому его называют томат, это не хэллоуинский овощ. А значит, у нас впереди новое задание. Сейчас я вам увеличу вот эти две картинки. На первый взгляд они одинаковые. Но на самом деле здесь есть много отличий. Вам надо быть внимательными и найти их все. Даю вам время. Итак. Стоп! Время вышло. Проверяем. Солнышко. Во-первых, разный цвет, а во-вторых, одно высоко, другое низко. Разные пятнышки на шее у жирафа. Трава на верхней картинке есть, а на нижней ее нет. Посмотрите на мордочку льва. На нижней картинке он улыбается, а на верхней нет. На верхней картинке у обезьянки хвостик смотрит вверх, а на нижней – вправо. У бизона, посмотрите, на верхней картинке нет язычка, а на нижней есть. Змеи тоже отличаются язычком. А теперь посмотрите на носик у нашего тигра. Он разного цвета. На верхней картинке бизон стоит без хвостика, а на нижней с хвостиком. Ну и еще одно отличие у нас есть на небе. Посмотрите, на верхней картинке есть облака, а на нижней нет. Ребята, вы молодцы. Вы очень внимательные, раз нашли практически все отличия. Я вами горжусь. А мы продолжаем с вами дальше. Итак, посмотрите на экран. У нас появилась еще одна красная звезда. А значит, мы с вами на верном пути. Посмотрите, перед нами числовой луч. На числовом луче живут числа, которые мы обозначаем на письме цифрами. Давайте назовем те, которые нам здесь написаны. 0. 1, 2. Ребята, а помните, на прошлом занятии мы говорили, что если наш человечек, который ходит по этому числовому лучу, сделает всего один шаг из двойки вот сюда вправо, то здесь появится новое число. Кто мне подскажет, какое? Конечно, это число 3. Верно, ребята. Если мы к двум прибавим еще один шаг, то мы попадем с вами в тройку. Верно. 3 – это 2, да еще 1. Верно. А теперь, ребята, давайте с вами подумаем, сколько шагов будет между единичкой и двоечкой. Сколько? Конечно, это будет один шаг. Верно. Продолжаем дальше. Сколько шагов между тройкой и двойкой? Кто подсказывает? Да, тоже будет один шаг. Верно. А сколько шагов сделает наш человечек, если он пойдет из единички в троечку? Давайте посмотрим. Сколько здесь шагов? Конечно, здесь 2 шага. А теперь попробуйте сами глазками определить, сколько шагов сделает человечек, если он пойдет из тройки
в единичку. Все верно, 2 шага. А сколько шагов сделает наш человечек, если пойдет из двойки в тройку? Конечно, 1 шаг. Супер, ребята, вы отлично справляетесь. А у нас, посмотрите, новая голова у пугала. На сей раз это морковь. По цвету уже похоже на тыкву, но это не тыква. А значит, мы и дальше выполняем задание. Сегодня я вас хочу познакомить с домиком. Этот домик необычный. Этот домик называется домик состава числа. Ребята, посмотрите, у нас на домике на крыше написана цифра 3. Значит, в этом домике живет число 3. Ребята, но наше число 3, которое живет в этом домике, оно шифруется, оно как шпион. И никто не должен догадаться, что здесь живет тройка. Смотрите, что у нас происходит. У нас на первом этаже 2 комнатки. Здесь в обеих комнатах живет число 3. Но, ребята, мы не можем записать здесь тройки. Иначе все сразу догадаются, они увидят в окно, кто здесь живет. Что же нам делать? Ответ прост. Я вас сейчас научу, как не выдать нашего шпиона. Для этого давайте посмотрим вот сюда. Посмотрите, у меня здесь надеты бусинки. Сначала нанизали на нитку 2 синих бусины. А потом добавили еще 1 оранжевую бусинку. Помните, мы с вами говорили, чтобы нам не рисовать долго предметы, мы их обозначаем цифрами. Вот и здесь мы 2 синих бусинки обозначили цифрой 2. А когда к ней добавили еще 1 оранжевую, мы ее обозначили цифрой 1. У нас получилось 2, да еще 1. 2 плюс 1. 2 плюс 1. Если мы их вместе сложим, сколько пальчиков вы видите? Конечно, 3. Вот это и есть наша тройка, наш шифровщик. Только жить он будет здесь не в виде цифры 3, а жить он будет в виде вот этих 2 чисел. Двойки и единички. Если мы их с вами сложим, то мы получим 3. И он, наш шпион, никогда не будет разоблачен. Смотрите, 2 и 1. Здесь нет 3 написанной? Нету. Но если мы с вами сложим 2 да еще 1, 2 да еще 1, сколько будет? 3, конечно. Вот, мы поселили на первом этаже 3, но она замаскированная, и никто не догадается. Теперь нам надо заселить еще 1 тройку, но на 2-й этаж. А как нам это сделать? Снова посмотрим вот сюда. Теперь у нас надели на нитку сначала 1 синюю бусинку, обозначили ее цифрой 1, а потом еще 2 оранжевых. Обозначили цифры 2. 1 плюс 2. Сколько получится? Конечно, 3. 1 бусинка, да еще 2 бусинки. Получится 3 бусинки. И снова у нас появляется 3, но записанная совсем другими числами. Давайте посмотрим, как же мы заселим 3 на 2-й этаж. Вот, посмотрите. 1 и 2. Цифры 3 нет? Нет. Но если мы сложим цифру 1 и цифру 2, сколько у нас получится? 3. Вот он, наш шпион. Это и есть домик состава числа. Мы можем с вами по нему сразу сказать, что 3 – это 2, да еще 1. Или 3 – это 1, да еще 2. Состав числа мы с вами будем учить. Дома, когда мы с вами закончим это занятие, вы еще разочек перемотаете на этот момент, поставьте видео на паузу, рассмотрите этот домик и запомните, что 3 – это 2, да еще 1. Вот они вместе дают 3. Или 3 – это 1, да еще 2. Если мы их, эти 2 пальчика соединим, то тоже получится 3. Договорились? Ну, тогда продолжаем дальше.
Посмотрите, здесь у меня написано цифра 3, которая обозначает число 3, 3 предмета. Вспоминайте, мы уже на прошлом занятии с вами ее писали. Как мы это делали? Мы с вами помним, что наши цифры занимают только половину клеточки, правую половину клеточки. Помним, что начинаем мы ее писать как голову у цифры 2. Смотрите, мы ведем чуть пониже от верхней границы и ведем закругление. Дальше закругляем в сторону. Маленькая такая голова, да? Ой, маленькая такая шейка прямая. Теперь нам надо написать животик у нашей тройки. Он у нас большой, он у нас растет. Вот он у нас растет сначала в сторону головы и постепенно закругляется вот сюда. Получается цифра 3. Давайте с вами вместе пропишем ее в воздухе. Берем ручку и вместе выводим голова, небольшая шейка, животик жирненький, закругляем внизу. Еще разочек. Голова, голова, шейка, животик толстенький, закругляется внизу. Отлично. Сейчас откройте, пожалуйста, тетради в клеточку. Найдите следующую пустую строчку. Возьмем правильно ручку. Я уже вам показывала, как мы ее берем. Помните, локоть у нас с вами не висит. Спина прямая. Тетрадь у нас находится под наклоном. Давайте с вами вместе пропишем целую строчку наших цифр 3. Старайтесь, чтобы ваши цифры были красивыми и аккуратными. Дома обязательно еще пропишите 2 строчки этих циферок. Постарайтесь, чтобы они у вас убирались в одну клеточку, чтобы они были красивые. Помните, что животик у нашей цифры всегда больше ее головы. А я потом посмотрю, как вы справились. Ну а сейчас давайте посмотрим снова на экран. У нас новая голова у нашего пугала. На сей раз это свекла. Уже выглядит угрожающе, согласны? И клыки появились. Вполне можно оставить ее и на Хэллоуин. Но ведь это не тыква. А значит, мы продолжаем выполнять задание. Посмотрите, здесь у меня сидят котики. Я вам сейчас увеличу эту картинку, и вы ее рассмотрите. Смотрим пока только на вот этот квадрат. У нас есть 3 вида котов. У нас есть котики, у которых круглое тело. У нас есть котики, у которых квадратное тело и треугольное тело. И головы у нас тоже у них разные. Есть головы квадратные, круглые и в виде трапеции. Посмотрите, у нас и хвостики отличаются, и количество усиков. Вот если мы посмотрим на строку по горизонтали, то здесь у нас есть разные тела, разные головы, разные усы и разные хвосты. Если мы посмотрим вот так по вертикали, то тоже у нас нет ни одного повторяющегося тела, головы, усов и хвоста. Рассмотрите сейчас эти рисунки и вот так по горизонтали. И подумайте, какой вот из этих 6 котиков должен жить вот здесь? Задание понятно? Тогда рассмотрите внимательно и определите, какой из вот этих котиков должен быть нарисован в этой клетке. Начали! Ну что, догадались? Тогда давайте проверим. Вот он, этот котик. Посмотрите, вот в этой строке и вот в этой строке не хватает котика с квадратным телом. Нету здесь нигде и круглой головы. Вот она, круглая головка. Рассмотрите хвостики. Здесь хвостик влево, здесь загнутый вверх. Не хватает хвостика вправо. И в этой строке вертикальной то же самое.
Давайте с вами посмотрим на усики. Опять же, два усика, три усика, и не хватает котика с одним усиком. Верно? Вы, ребята, молодцы, отлично справились с заданием. Ну и у нас на экране изменения. Во-первых, появилась четвертая звезда. Это очень большой успех. А во-вторых, посмотрите на пугало. Голова-то уже в виде тыквы, а значит, оно приняло хэллоуинский, устрашающий вид. Значит, мы с вами все сделали верно. Вы, ребята, большие молодцы. А у меня к вам еще одно задание. Сейчас, когда занятие закончится, еще разочек перемотайте вот сюда, нажмите на паузу и попробуйте у себя в тетрадочке в клеточку нарисовать карандашом вот это пугало. Постарайтесь, чтобы оно было как можно больше похоже на образец. Договорились? Отлично! А у нас пришло время менять звезды. Ну вот мы и выполнили с вами все задания. Помогли нашему пугалу обрести его голову в виде тыквы. Собрали все звезды, а значит, пришло время прощаться. До новых встреч! Thank you.